В соответствии с действующим законодательством, достижение возраста 80 лет пенсионерам является основанием для перерасчета фиксированной выплаты страховой пенсии по старости. При этом условием фиксированная выплата, которая составляет на сегодняшний день 4805 рублей 11 копеек, увеличивается на 100% и будет составлять 9610 рублей 22 копейки. Заметим, что пенсионеру при этом обращаться с заявлением о перерасчете пенсии по данному виду не требуется. Перерасчет будет производиться специалистами Управления пенсионного фонда в автоматическом режиме на основании документов, находящихся в пенсионном деле получателя уже со дня достижения пенсионером возраста 80 лет. Однако перерасчет по указанному основанию распространяется только на пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, на пенсионеров, получающих страховую пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, либо социальные пенсии, достигших возраста 80 лет, приведенный порядок не распространяется. Перечисленные категории пенсионеров могут накануне достижения возраста 80 лет обратиться с заявлением о переводе на вид пенсии на страховую по старости, но указанные действия во всех случаях осуществляются только по желанию пенсионера на основании его письменного заявления и при наличии необходимых условий для назначения страховой пенсии по старости. Инвалидам первой группы указанное повышение фиксированной выплаты к пенсии при достижении ими возраста 80 лет не производится, так как нормами действующего пенсионного законодательства им уже установлена повышенная фиксированная выплата со дня установления им инвалидности первой группы, независимо от возраста. Также пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на получение компенсационной выплаты. Для назначения компенсации по уходу необходимо обратиться с пакетом документов Управления пенсионного фонда, так как назначение данной выплаты носит заявительный характер. Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным гражданином, обратился в Управление пенсионного фонда с пакетом документов и заявлением, но во всех случаях не ранее дня возникновения права на данную выплату, то есть не ранее достижения 80 лет пенсионерам. Также, согласно статье 12 Федерального закона о страховых пенсиях, период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за гражданином, достигшим возраста 80 лет, осуществляемого трудоспособным лицом, засчитывается в страховой стаж трудоспособного гражданина наравне с периодами работы и иной деятельности, как и иные периоды, засчитываемые в страховой стаж. Основным условием для зачета в стаж данного периода является тот факт, чтобы периоды ухода предшествовали или за ним следовали периоды работы трудоспособного гражданина, независимо от продолжительности. Индивидуальный пенсионный коэффициент за полный календарный год периода ухода за лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитываемый в страховой стаж, составляет 1,8 балла. Стоимость одного пенсионного балла с 1 февраля 2017 года составляет 78 рублей 28 копеек. Стоимость одного пенсионного балла ежегодно с 1 февраля увеличивается на индекс роста потребительских цен за прошедший год, размер которого устанавливается правительством Российской Федерации. Также она ежегодно с 1 апреля устанавливается федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на отчет очередной год и плановый период. При этом ежегодное увеличение стоимости пенсионного коэффициента не может быть менее индекса роста потребительских цен за прошедший год.